Всем привет, дорогие друзья, с вами Анези. И первым делом хочу извиниться за то, что не было долго видеороликов. Я приболел. И последний ролик у нас был про добытчицу. Подсказку вы сейчас можете увидеть сверху. И что ж, в этом ролике я хочу вам показать и рассказать все про рыцаря Спектр с боевого пропуска. Также показать несколько прикольных стилей на него и вариаций. Ну что ж, погнали! Итак, ребята, мы уже целых 5 дней находимся в новом OG сезоне Fortnite. И в боевом пропуске нам завезли вот такой вот скинчик. Очень, кстати, интересный, по моему мнению, потому что тут очень много стилей, цветов. Короче говоря, та же кастомка, только рыцарь. И что ж, сейчас я вам хочу рассказать про то, как получить вот эти все награды, которые мы еще даже не знаем, как они получаются. Итак, сначала про шлем. Шлем, я уже думаю, все догадались, у меня уже есть два шлема, в принципе, как и у всех. Это шлема получаются за задания, как и, впрочем, половина из этих наград, они будут получаться за задания. Следующее задание выйдет через день, то есть завтра, в 4:00 по московскому времени. Выходит следующее задание на вот этот вот шлем замечательный, арахны. Вот. Вы все эти шлема знаете, это дефолтный, с третьего сезона. Поправьте, если я ошибаюсь. Арахна. Такой вот демонический шлем, как на половине рыцарей. И с 10 сезона. Также у нас тут присутствует узор шлема и основной узор. Эти узоры меняют, собственно, шлема, рисунок шлема. Очень даже прикольно. Вот смотрите, можно вот такое вот что-то собрать. Да? И основной узор вот так вот они меняют. Можете посмотреть. Вот этот самый прикольный, по моему мнению, вот этот вот, четвертый. И что ж, давайте я расскажу, как это получить. Узоры шлема будут доступны вместе параллельно с четвертым шлемом. Также основной узор тоже будут задания, но они будут уже чуть позже. Про них неизвестна информация. Давайте я вам покажу цвета. Цвета, основной цвет. Тут очень много, кстати, прикольных скинов, из которых можно создать... Galaxy. Вот такой вот какой-то блестящий. Очень много скинов всяких можно с ними создать. Видите, даже вот можно вот такую вот полоску сделать на шлеме. Очень даже прикольно. Ну что ж, давайте я вам покажу несколько вариаций, которые очень прикольно смотрятся. И один сет. Ну что ж, погнали! Итак, первая вариация у нас выглядит вот так вот. Данная вариация называется... Черный рыцарь. Выполнена она в черно-красных цветах. Как вы можете заметить. Вот так вот она выглядит. Очень даже прикольно. С третьим, четвертым, извиняюсь, шлемом. Вот так вот. Переходим ко второй. Итак, вторая вариация выглядит вот так. Белые тона. Бело-фиолетовые. Очень приятно. Классно. Это первый, основной цвет, галактика, вот так вот. Дополнительный цвет, фиолетовый, вот этот вот. Цвет деталей, синевато-серый, вот этот. И цвет кристалла, фиолетовый. Посмотрите, насколько имбово он выглядит. Очень имбово. Очень даже прикольно. Ну что ж. Можете написать в комментариях, какой вам больше нравится. Первый, второй или третий. Ну а мы пошли смотреть сет. Погнали!
Ну что ж, давайте я вам покажу имбейший просто сет. Вот так вот он выглядит, с последним стилем. Вот такая вот галактическая кирка. Давайте я вам покажу дельтаплан. Посмотрите на этот дельтаплан. Ну, по-моему, это имба. По-моему, это имба. Вот так вот он выглядит. По-моему, очень даже круто. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока!